Йоу, ну чё, Lazy Galaxy 2! Так. Неплохо. Давай посмотрим, что мы тут можем, или что у нас тут есть уже. Ого. Это тоже неплохо. Ну, хотя вряд ли мне это поможет, начнем с этого. Так, это мы захватили, это мы не захватили. 70-е догоним? Нет. Ну, попробуем. Потом вроде считал, мне уровень 80-й нужен был. Более-менее нормально справляемся. Так, значит, мы провели все изучения, все исследования, блин. Пока нормально, мы еще не дошли до 15-го даже. Там как раз все и решится. Так, уже очень тяжело становится. Про остальное промолчу вообще. Thank you.
Так, и докуда мы сможем тут дотянуть копытцами своими? Вопрос такой вот. Ну, авианосцев я явно не боюсь. Да, авианосцев с лазерными это может быть проблемкой. Да к тому же у меня уже корабли очень мало остается. Ясненько, короче. И здесь нам надо будет немного поимпровизировать, опять же. То есть раз, два, три и... Вот так вот попробуем, ладненько. Так, ну давай. Еще один попытка. Тут хотя бы войск у меня побольше. Правда, выдержим ли мы 20-ю волну, когда мы еле с 17-й-то справляемся. Не смешно. Ну, может быть, да хоть до босса сможем допердолить, хрен его поймешь. Да, до босса дойдем, это хорошо. Кажется, босс нас тут имеет во все щели, к тому же их тут двое. А вот это уже слишком круто. Не, хотя мы, смотри, до половины практически сняли. Да, мы до половины, считай, сняли, так что шанс есть. Ай, можно попробовать сюда, правда, еще долбануться. Получится или нет, не уверен. Так что подождем и пойдем сюда. Не, ну игра, сразу говорю, наверное, это очень жутко затянут. Это просто какой-то лютый звездец.
Я такого давненько не видел. Дурим пополам. Вот ланчбокс получил. Такс. Ну, чё у нас тут? В принципе, такой уровень кораблей более-менее годится, да? 70-й, 66-й. Такс. Главная задача пройти эту солнечную систему. Все. Кому интересно. Я хочу добить эту. С первой-то частью понятно, но она интересна, но однообразная. Было больше вариантов кораблей, цены мне не было. Все, короче, гибридизировать корабли и бой, которые есть здесь, с первой частью. Вам было бы очень интересно. А так, к сожалению. Ни в какую никуда. Так, девятая. Они хотят ДПС у меня победить. Любопытно. Да. Но хоть приблизимся. Это зараза. Да, гасит они хорошо. ДПСик у них, конечно, не позавидуешь. Но, в принципе, здесь у нас есть неплохие шансы с ними сразиться, их еще и одолеть добавок ко всему. О. 26 дамага, 2,4 кхп. Ну, во всех параметрах этот лучше. Могу, конечно, одного мула поставить. Гравитационный щит. Ну, давай попробуем.
нет, чего-то этого потеряю. Нам все равно сейчас главное дойти до последней волны, но там сдохнем, скорее всего. А, так он еще и ресы собирает, я понял. От этого я не ожидал. Или нет? Так, ну тут понятно, два мощных босса будут, которые стирают все в порошок. На них мы будем выставлять чисто бой-отряд. По-другому здесь никак. Так, 1,56 миллиона. Ты чего хочешь от меня еще, зараза? Бонусы. Привет, камушек. Побеждемся. Чуть не хватило, да? И то мне не хватило чуть-чуть именно огневой мощи. Значит, нам что, надо туда все вот эти ставить? Ну, вероятно, всего так и надо. Так, почему мне исследования не открываются? А, один квадриллион. Ой. Да. Запросы у них тоже. Не кусь-кусь на Альбус. Ну, сейчас проверим. Один квадриллион. Харь, это не треснет, а? Квадриллиаторы мои, блин, недоделанные. Как я рассчитал. Так, это у нас что? Гидроген генератор. И что нам дает? Йонглон гидроген. А, хорошее топливо дает. Ну, в принципе, мне это сейчас нафиг не надо уже. Так, что у нас тут? Ну, за 5к можно это купить, за 10к вот это. А посмотрим, что нам это наше даст все. Как по стандарту, народ. По стандарту.
как бы это тупо не звучало, здесь по-другому не получится. Ну и это нормально. Ой. Нет, они тут специально занижены, потому что 2000% к одному, 2 миллиона процентов к одному, это сколько будет? А, может, энергии не хватает? Одна тысяча тоже не то. Ну ладно, сейчас попробуем поулучшить все, но это видно, что оно специально, блин, занижено. Ужас какой-то. Так, академия. Топливо есть? Теперь топливная. Так, и сколько ты мне сейчас там производишь? Ой, как много-то. Ну, пипец, они еще и это замедлить додумались, это уроды. Ничего хорошего против таких не могу сказать. Может, и говорить-то особенно нечего. Еще вот привок один в рожу и будет нормально, да? Так, Академия Fusion Reactor. Так, здесь он нам что дает? Ага. Повышаем. Ну чё, здесь мы более-менее развили, там развили. Это нам надо повышать по-любому сейчас. Не вариант. Так, сколько здесь теперь производится? Ну, почти биллион с каждой, да? А мне нужен не почти, мне нужно больше. Это так, для справки. Теперь хотя бы биллионы идут. Это и то хорошо. О, блин.
он гениальность. Так. Здесь захватили. Здесь отправляем на захват. Сейчас время закончится, отправлю, и там надо будет снести парочку академий, чтобы нормально все заортачить себе. Так, здесь у нас, значит, опа. Опаньки и жопаньки. Любопытно. Но это справятся они тут легко, это не проблема. Сейчас не это важно. Нам сейчас важно вот это. И депло через 45 секунд, да? Так, академия есть. Здесь у нас, чтобы поставить-то, три штучки всего есть. Ну, можно поставить Solar. Можно поставить Rapid Control и сканер. Так, ну здесь справляемся пока. Сейчас мне главное здесь... Блин, многовато. Так, 7 биллионов в секунду. Ну, блин, я... Чё-то это мало. Так, 10 toll production per... рейдов, класс. Советчики, блин, что я аж торчу.
Здравствуйте. Так, а что у нас от этой будет системки? Ага, production, metal, experience и foil. Окей. Еще один Исланд. Не, у них корабли, кстати, очень толстокожие. Уж капец какой-то. Отлично. И здесь мы как раз поставим наши академии. Так, мне там все равно нужен будет триллион. Ну ладно, это уже в следующей серии, народ, продолжим. Всем удачи, всем пока.